Вітаем вас, сябры! Тягом трех летних месяцев национальный хит-парад представляет вам сапраўды уникальную коллекцию белорусских народных песен у сучасных аранжировках. Створальники проекта «Наперед» у минулое долгий час сбирали народные спевы по разных кутках нашей краины, каб потым у студии гукозапису подаровать им новое житё. И этой песни можно почуть только у нас на телеканале «Беларусь-3». Голосовать за их мы почнем уже в новом осеньском сезоне. А улетку прымаем ваши цікавые пропановы на конт дальнейших правил голосования. Нагадаем, наш сайт www.3belarus.by. Сегодня начнем с песни, якая додалася у хит-парад у апошний вясновый тыдень и амаль не поудельничала у музычном споборництве. Пэвна, и вы не поспели яе рассмаковать. Зараз будем слухать «Лябедушку» у выканании Александры Степановой. А вот мне интересно, ти зауважили вы, что мы с Олей сегодня выглядаем не как по-новому? Национальный хит-парад проект модный и молодежный не только в музычном сенсе. У нашей краине множество молодых, талиновитых дизайнеров. Вот, например, сегодняшние наши костюмы створены удельниками республиканского фестиваля конкурсу «Млын моды 2016». Вероникой Лоховец, это той, что на мне, и Мариной Сливой, той, что на Кирилле.
Дівчатам дякуємо за оригінальний підхід до творчості. А зараз будемо слухати один з самих модних гуртів нашої країни. Да Вінчі у нашому хіт-параді незвикло для себе заспівали по-білоруську і довгий час трималися у лідерах голосування. Карісімі сіньорі і сіньоре, questo brano è una bellissima canzone d'amore dedicata alla mia fidanzata. Нашим музичним оглядом вспомним одну из самых пригожих балад. Зязюля у виконанні Іскує Балян. Довгий час перелетала с места на место, потом узнялася амаль на вершиню хит-параду и неяк нечакана зникла з рейтингу. Мы с Кирилом тогда так и не зрозумели, чому это отбылося. Поле млетела, землю пропила.
тело усатело на дубок, стало куковать. Наступний гурт ви самі довгий час просили додати у хіт-парад. Ми відгукнулися. Гурт «Харлі» з'явився у рейтингу, каб праз лічені тидні випасти адсюль з-за недохопу голосов. Сябри, покуль ми відпочиваємо від голосування, я все рівно нагадаю, що справжні таленти треба підтримувати. Стояла, як кветка пригожа й была, і хвалями жита шугала для лесу на ускрайку села, і хвалями жита шугала для лесу на ускрайку села, ты очі ласкаво глядела, кругами йшла голова. Тихо малиновка пела, и мятою пахла трава. И тихо малиновка пела, и мятою пахла трава. Учора, як некий малиновый сон, з'явився и зброївся скоро, и уже не повторится он. З'явився и зброївся скоро, и уже не повторится он. А голос твой чистый и звонкий, як вабная песня затих. Для других квітнеють у житті рамонки, ти тільки яни для других. Музика.
Безумовно, летний сезон у национальном хит-параде не обойдется без танцев. Зараз будем слушать былых лидеров рейтингу. Гурт «Не руши их кремповое колесо». А заодно вспомним, как мы танчили под эту веселую песню. Еще одна былая лидерка Анжелика Пушнова певный час тешила нас своими музычными здольностями, покуль неяк выпадково не зникла с рейтингу. До речи, мы памятаем, что Анжелика обяцала нам премьеру, и покуль яна рыхтуется, мы будем слухать тую песню, что добра знаёма глядачам. Протягивая музычный огляд в национальном хит-параде беспречный улюбенец белорусской публики. В выконании Те зараз будем слушать не песню про пирог, я ее уже трохи и призабыли, а нашу белорусскую народную у оригинальном гучании.
Ехали казаки вузкой долиною. Там сустрели девчиночку с русою косою. Коса уется до пояса, уется за плечами. Поехали, девчиночка, с нами казаками. Поехали, девчиночка, с нами казаками. Сказала им девчина, я с вами не буду, я своего любимого вовек не забуду. Приди, да я ей каханы, ты да я ей хаты, там я на его сустрене и родная мати, там я на его сустрене и родная мати. Ехали казаки вузкой долиною. Там сустрели девчиночку с русою косою. Коса уется до пояса, уется за плечами. Поехали, девчиночка, с нами казаками. Поехали, девчиночка, с нами казаками. Поехали, девчиночка, поехали, девчиночка, поехали, девчиночка, поехали с нами. Поехали, девчиночка, поехали, девчиночка, поехали, девчиночка, поехали с нами. Кто только не поспел побывать удельником национального хит-параду. Были у нас и авторитетные выканаўцы, и молодые, не надто знакомые публицы-спеваки. Зараз будем вспоминать еще один творчий эксперимент у выканання гурта «Свое небо». По синему селезень плыветь в уточку.
Нечто давно мы не бачили у национальном хит-параде Ларису Грибалёву. А ее песня так само есть у нашей музычной коллекции. Зараз послушаем, вспомним и, мабыть, в осень запросим популярную спевашку вернуться у музычное спаборництво. Тягом летнего сезона мы обещали вам несколько премьер, и зараз вас чекает одна из их. Твари, конечно, будут знакомые, бо это ж Виталь Карпанов и его веселая компания с гурта «Дразды». А вот песню «Туман яром» у национальном хит-параде почуем упершиню. Нечуга не видно.
еще одна любимая публика и артистка Виктория Олешко. Так само поспела поудельничать в нашем хит-параде. Коли это было, вы, певно, памятаете лепш, чем я. И тем большая рация запросить Вику в осень вернуться в музычное споборництво. Выгоняй, мати, кабаля с хаты, выгоняй, мати, кабаля с хаты, бо кабаль молодий хоча на чабаті, бо кабаль молодий хоча на чабаті. Ой, уделивала, вигабаривала, ой, уделивала, вигабаривала, против милого стояла, разгабаривала, против милого стояла, разгабаривала. Сябры, нагадаю вам, мы чакаем ваших пропанов на сайте www.3belarus.by. Пишите, кого из артистов вам было б цікаво почуть у осеньском сезоне. И покуль вам есть над чем поразважать, мы вспоминаем незвычайный творчий эксперимент Виталя-артиста с гурта «Без квитка». Чанька тякла. Опа-па!
кукол там вылетал. Реченька там тяхла. Ой, синку, синку, молодый розум, твоим доме жена не жива. Жена не жива, сына родила. Жена не жива, сына родила. Пришел в светлицу, там жена лежит. В ее головце свечочка горит. Пришел в спальню, нянечки плачут. Нянечки плачут, сыночка нянчусь. Кольки мы уже слухали наступную песню, і кожен раз здавалося, що у Олексія Хлястова відбувається щотижневий день сурка. Я на усілякий випадок нагадаю, національний хіт-парад виходить у ефір по неділях, хоч і деякі запевнюють нас, що сьогодні субота. Шапну тебе хлопча.
ж не обяцалі вам, што пакуль даму адпачыць тым, хто ўдзельнічае ў хіт-парадзе ў вясновым сезоне. Але ж ёсць адна кампазіцыя, якая сваім тэкстам замілоўвае ўсю творчую групу хіт-параду. І пакуль яны рагочуць за кадрам, мы тут танчым пад песню Наталі Камісаравай. Добрі сусіди, піте гуляйте, хто ходить в пари, не розлучайте. Добрі сусіди, піте гуляйте, хто ходить в пари, не розлучайте. Сябры, вось таким быў музычны тыдзень на тэлеканале «Беларусь 3». І як вы упэўніліся, нацыянальны хіт-парад праект модны і маладзёжны не толькі ў музычным сэнсе. Цягам лета мы знаёмім вас не толькі з нацыянальнай музыкай, але і з творчасцю маладых беларускіх дызайнераў. Напрыклад, сённяшнія нашы касцюмы створаны ўдзельніцамі рэспубліканскага фестывалю-конкурсу «Малы моды 2016» Веранікай Лахавец і Марынай Слівай. Дзяўчаты, дзякуй вам за арыгінальнасць. А вам, сябры, нагадаем, пішыце на наш сайт www.3belarus.by, каго з артыстаў вы хацелі б пачуць у нашай праграме. Пакуль вы разважаеце, мы скарыстаемся службовым становішчам і успомнім нашу з Оляй песню, якая таксама гучала ў нацыянальным хіт-парадзе. І на гэтым пакуль усё. Да сустрэчы праз тыдзень. Добрага вам настрою! І прыгожых песень. Бывайце! Лосою вода, там
Дівчина воду брала, чарна брива молода. Ділка воду бере, хлопець коня в'яде. Дай питає у дівчинки, скуль дорожка в'яде. Жанатый хожу.